самое время примерить что-то новенькое. Лето и распродажи в самом разгаре. Узнаем, что приготовили нам дизайнеры. Это лето, оно обещает быть очень романтичным. Это с одной стороны, и очень футуристичным, это с другой стороны. Это две такие основные тенденции. Вся та самая ретро-романтика, о которой мы говорим, это платье в рюшечку, валанчик, это цветные принты, это очень много оборок, это викторианская эпоха. Другая тенденция – это футуризм. Он проявляется не только в одежде, но и в аксессуарах. Здесь вам и материалы из будущего, и массивный каблук или платформа, и даже шнуровка разной длины. Вообще этот тренд нам давно предсказывали. Вездесущий металлик, эксцентричные модели сумок, асимметричный крой. Футуризм может кричать о себе в каждой выточке, а может скромно украшать образ оригинальной деталью. Не забудь пополнить фэшн-арсенал необычными очками. Пальму первенства держит розовый цвет. Розовый в этом сезоне на любителя. Если вам нравятся более активные цвета, вы можете использовать все вплоть до фуксии. Если вы все-таки более привержены каким-то таким спокойным пастельным тонам, то вот та самая приятная гамма, нежная, бледно-бледно-розовая, она присутствует практически во всех вещах, которые мы видим на прилавках. Это и спортивный стиль использует этот цвет. Спортшик в этом сезоне перемешался с романтизмом и милитари. Вообще любые миксы стилей одобрены дизайнерами. Кружево и жемчуг на фоне камуфляжа выглядит уже не так противоречиво, как раньше. Не пробовали примерять кепку с платьем? Забытый головной убор триумфально вернулся на подиумы в этом году. Мы берем как шляпы, которые сейчас очень-очень актуальны летом, так и кепки, которые к нам пришли как раз из тех самых лихих там 90-х, 70-х, 80-х, в зависимости от того, какие это кепки. Сейчас они могут быть из джинсовой ткани, могут быть активно украшены опять той же аппликацией, стразами, вышивкой, надписи всевозможные на них. А вот следующий тренд особо придется по вкусу тем, кто не привык часами выбирать наряд. В этом сезоне очень актуальны костюмы. Как брючные, это вообще то, что желательно всем иметь, потому что тем, кто работает, это очень выгодно, да. И чаще всего это как раз монохром. Это очень интересные детали. Тем, кто собирается в отпуск, костюмы можно заменить на комбинезоны. Комбинезон смело выбираем любой длины, от штанин труб до экстра мини. Ретро-волна принесла нам не только смелую длину, пышные рукава, но и невероятно нежную романтику. Прозрачные ткани, цветочный принт, легкие платья, а силуэта, женственность этим летом по-настоящему расцветет.